Так, манечки. Вася, я тебя еще позвала, собственно говоря. Ты же у нас креативный директор. Я тебя позвала Алексею Петровичу посоветоваться. Потому что ты сам видишь, сколько про нас херни пишут в последнее время. Ты уже, честно говоря, достала это детишкам. Я, знаешь, что подумала? А давай мы снимем ролик про то, как у нас реально все работает. Вот я прям сегодня ребят заряжу, и все снимут, и сделают, и выложим на YouTube. Пусть смотрят, как у нас реально, да? Что думаешь, делаем? Ну и отлично. Ну и все, это тогда что? Это тогда тебе, сам потом возьмешь, сколько тебе там надо. Не жадничай, сильно не жадничай. Это бюджетик привезли, родименький. Раньше привозили, бывает, 5 фур привозили, а сейчас кризис, вот кажется, что-то только или одну, или две привезли в этот раз. Ну, ничего, хватит. Мы экономные. Ну что ты? Ё-моё, ну у тебя ящик открыт. Ты видишь, у тебя ящик открыт? Потырил, что ли, я не пойму? Ты что думаешь, если ты георгиевскую ленточку нацепил, ты можешь баксы тырить? Уродины! А ну разберитесь, это кто такой вообще? Что это такое? А ты куда смотришь, а? Боец! Алло! Вот так стой. Молодец. Михалыч, привет. Молодцы, молодцы. Алло, вы что, совсем уже опупели, что ли, а? Алло, гараж, вы что? Вообще уже. Я не пойму, вы что, не видите, нет, у вас там... Все четко по инструкции. Есть, так точно. Зачистим. Служу России. Это Люба наша. Она работает только по инструкции из Кремля, между прочим. Все тут строго у всех. Здесь у нас Сирия, Донбасс, Ирак. Что там еще? Йемен. Корреспондентики наши под пулями вот тут вот работают. Здрасте. Вот так, все по-честному. حماة الشمالية تتواصل العملية الهجومية للجيش السوري ولكن كما يبدو فإن الآن تواجه أو واجهت تونس до полчетвертого Сирия, потом Донбасс. Хорошая. Пойду экспатиков покормлю. Ну что, экспатики мои, иностранчики. Ваша мама пришла, молочка принесла. Жрите. Кто ж вас надоумил сюда приехать работать? Ну шо, London is the capital of Great Britain? Это вот студия новостная, тут работает молодежь. О, Николай Павлович, все под контролем? Все под контролем, у меня не забалуешься. Понял? Ну что, вы как-то так это себе представляли? Все правильно. Именно так мы и работаем. Камеры выключили. Только надо с шефом согласовать, пока никуда не выкладывайте. Конечно, это хорошо. И